День защиты детей сегодня отмечают и в дошкольных учреждениях Сургута. В садиках для малышей организовали развлекательные программы. 1 июня для Центра развития талантов ребенка праздник двойной. Сегодня учреждение отмечает день рождения – 3 года со дня основания. В 2015-м в Центр одновременно зашли 200 ребят. Сегодня их количество выросло до 370 человек. Образовательные программы для учреждения разрабатывали с участием профессоров Сургу. Сегодня в честь праздника здесь организовали огромное количество мероприятий. Изюминкой Дня защиты детей и Дня рождения станет концерт юных талантов, ребят, которые посещают творческие кружки Центра развития. Сегодняшний день мы наполним для наших воспитанников праздниками, тематическими выставками, пройдут кукольные театры для детей. То есть этот день будет наполнен радостью, счастьем, удовольствием, вот всем тем, что должно сопровождать детство. Центр развития талантов ребенка сегодня не только принимает поздравления и подарки, но и дарит их сам. Учреждение, напомню, присоединилось к благотворительной акции телерадиокомпании «Сургут-Интерновости». В рамках мероприятия «Подари радость детям» сотрудники и родители ребят, которые посещают центр, собрали презенты для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Апрель». Сегодня одежду и игрушки специалисты центра передали «Сургут-Интерновостям». В понедельник, 4 июня, мы отвезем все подарки в «Апрель» и проведем для ребят, которые его посещают, большой праздник. И родители поучаствовали, и наши сотрудники в большей степени. Это была и детская одежда, это и есть игрушки. То есть все то, что может помочь ребенку почувствовать свою нужность, значимость и вот именно ту заботу, чисто человеческое тепло, которое ребенок должен чувствовать с раннего детства.